Если честно, я не ожидала вообще такой масштаб, я не ожидала всей серьезности такой. Вообще как-то, ну, я думала, что тут один скат плавает, ну, маленькая акулка какая-то декоративная. Даже спустя 3 месяца эти кадры вызывают у Олега и Юли Кобяковых яркие эмоции. Супруги прислали свои лавстори, стали победителями в совместном розыгрыше медиахолдинга «Западная Сибирь» и «Галактики» на гребне любви. Эмоции невероятные, потому что нас колбасило, не знаю, еще несколько дней. Мы вот разговаривали об этом постоянно, нам все звонили и писали, и спрашивали, и что да как, и там, когда я и фотографии выставила, и видео выставила, и ждали сюжет с нетерпением посмотреть, как это все. Действительно, это было очень круто. Спасибо большое «Галактике» и медиахолдингу «Западная Сибирь» за вообще предоставленную такую возможность. Постоянные зрители телеканала «Наши города» иногда выступают в роли экспертов. К примеру, Ольгу Клименко в Лангепасе знает каждый второй. Она руководит центром тестирования «Готов к труду и обороне». Часто приглашают съемочную группу на фестивале ГТО. Выступать перед камерой для Ольги – дело вполне привычное. Она не только постоянный респондент, но и преданный зритель. Я с удовольствием смотрю канал «Наши города». Особенно мне нравятся спортивные, конечно, программы, так как я работаю в спортивном учреждении. С удовольствием приглашаем вас поснимать наши соревнования. И также мне интересно посмотреть со стороны, как это все проходит. Ну и, естественно, в других городах. И особенно нравится программа «Западносибирская лига». Все ведущие очень хорошо ведут, интересно смотреть. Смотрят канал «Наши города» и в Урае. Галина Валентна знает всех репортеров телекомпании «Спектр» в лицо. Смотрю и детские программы, смотрю, очень интересные у нас. Все программы смотрю. Не только новости, все смотрю. И фильмы даже смотрю, какие вы показываете. «Вызов принят». Вот хорошая передача. Вот там про Урай говорят много. Мы вот оттуда только «Вызов принят», мы знаем все новости, какие у нас в Урае творятся. О, смотри, а я в прямом эфире, да, сейчас? Снимай, Миш, смотри, вот. И что нужно делать? В Когалыме появление журналистов в общественном месте становится поводом для съемки сторис или прямой трансляции в соцсетях. Меньше чем за год в официальной группе канала «Наши города» во ВКонтакте контент посмотрели почти 200 тысяч раз. Преданные зрители сделали около 600 репостов. Ага. Вот, дорогие друзья, как тебя зовут? Наташа. Вот, Наташа, с разрешения Наташи у меня уже есть один подписчик. Нынешний творческий сезон близится к своему завершению. Впереди у творческой команды медиахолдинга «Западная Сибирь» стоит важная задача – стать еще интереснее и ближе к своим любимым зрителям. Никита Рогозин, Михаил Суханов. Специально для новостей.